Девчонки, всем привет! Начнем с новинок. Это, конечно же, таль, потому что девочки требуют, говорят, давай продолжай показывать. Хочу сразу сказать, украшения эти штучные и, соответственно, заказу не подлежат, к сожалению. Ну, давайте найдем. Ну и цены, соответственно, у них. Прошу прощения, у нас очень пыльно. Сейчас весна, всякие разные хамсины, ветры с пустыни. И просто все занесло пылью и занесло песком. Значит, что у нас тут? Сразу говорю цену. $191, ребята. Серьги такие серьезные. Замок Омега. Вдевают сюда вот такую вот пенопластовую загогулинку, чтобы не царапать покрытие. Ясное дело, что при носке ее надо выбросить. Значит, серьги вот такие. $191. Это граненый рутиловый кварц. И сейчас посмотрим, что здесь у нас добавлено. Значит, у нас тут рутиловый кварц, гранат и гранат родолит. Гранат родолит очень такой яркий, розовый. И гранат пероб. Белый родий, серебро, позолота. И отличного качества премиум класса камушки. Немножко, конечно, бирка мешает, но я думаю, в ушах будет смотреться просто бомбически. Очень красивая пара. Значит, девчонки, израильтянки, курс здесь идет 3,7. НДС нужно добавить до полного НДС 15 шекелей. Так, $191. Дальше. Единственная в этой поставке пара серег, которая является заказом, что, собственно, вокруг этой пары все и построилось, весь заказ, собственно, это Марины. Под ее кольцо с турмалинами ей сделали серьги. Тоже замок Омега. Смотрите, как нежно сделан. Небольшой такой. И, тем не менее, Омега, не английский. Классно. Мне очень нравится. И надеюсь, что Марина тоже получит удовольствие. Серьги шикарные. $138 они получились. И что в них вставлено? У нас вставлены турмалины граненые, розовые, и турмалины вот такие вот, как у нас на иврите говорят, гольмим, кусочками. Ну, здесь, как вы видите, черный родий позолота. Черный родий у Таля – это серый родий, это не черный угольный, как, например, палладий, когда янтарь покрывается. Так, дальше пара номер 3. $144. Здесь белый родий, тоже Омега. Сейчас будем смотреть, что за... интересно. Вот, наверное, поэтому я их и выбрала. Значит, здесь очень яркий апатит, очень яркий петерсид и турмалин. Правильно? Давайте меня проверим. Да, петерсид, апатит и розовый турмалин, рубелит. То есть, я знаю, что петерсид, девчонки очень любят, есть петерсиды два вида, коричневые и серые. И серьги бывают очень редко, кольца как-то у америкаши еще мы заказывали, а серьги практически не бывает. Позолота здесь розовая, заметьте. Белый родий и розовая позолота. Сколько я сказала стоимость, где его домик,
Домик. 144 доллара. Тоже замок Омега. Так. Далее в нашей программе еще одни серьги с рутиловым кварцем. Есть вариант, что я просто отложила все, что связано с рутилом, чтобы как бы попало в одно видео. Поэтому рутила у нас сегодня много. 151 доллар. Это черный родий позолота. Что у нас тут есть? Рутиловый кварц, зеленый хромдиопсид и сапфир. Давайте искать, где тут кто. А, все, увидела. Я думаю, где они сапфир тут увидели. А теперь я поняла. Внизу сапфир. Так, сейчас я все это выстрою на руке. Значит, смотрите, что тут происходит. Значит, здесь идет рутиловый кварц. Вот сапфиры оранжевые. И здесь зеленый хромдиопсид. Все это тоже идет, как вы видите. Вот такой вот штифт с замком Омега. 151 доллар такие серьги стоят. Тоже родий, серебро, позолота желтая. Так. Сейчас будут колечки. Колечки. Кольцо номер 1. 146 долларов. Кольца, ребята, размеры наверняка маленькие, потому что я брала из наличия. 56 миллиметров. Это, наверное, 17. Да. Смотрите, какой красивый рутил. 146 долларов. Все по-серьезному. Здесь у нас есть всякие разные добавки. Сейчас мы будем изучать, что добавлено. Значит, я вижу 5, 6, 7 камней дополнительных. Белый родий позолота. Кто у нас тут есть? Эмеральд сапир. Значит, здесь изумруд довольно хорошего качества. С двух сторон даже два изумруда. И сапфиры оранжевые. Вот они. Здесь 3. И здесь 2. За счет этого, конечно, и цена. Ну, и сам рутил, не дешевый. Ощущение у меня девчонка 17-го, но на меня уже нельзя никак положиться, как говорится. 54, видите, он даже чуть больше. Показывает 55 с кусочком, что соответствует 17,5. Даже чуть больше. Вот такое вот замечательное кольцо. $146. Я вам скажу, что цены, несмотря на то, что и короны, и подорожание, и все, я когда привозила с выставки, примерно столько же и было. То есть, потому что я была, честно говоря, очень боялась, что цены многократно выросли с тех пор. Значит, что у нас тут? Танзанит, турмалин, аметист и сапфир. Маленькое кольцо. Танзанит, сапфир, аметист и турмалин. Это почему? Подождите, что-то много насчитали нам здесь. Значит, я вижу танзанит. Вот он. Я вижу турмалин. Что-то, девчонки, сапфир, убейте меня, я не вижу. Так, посмотрим еще раз. Да, должно быть 4 камня. Танзанит, турмалин, аметист, сапфир. Как говорится, резкость наводим. Вероятно, они... Девочки, если кто-то лучше меня видит, сообщите. Я почему-то здесь вижу только 3 камня.
Я точно вижу турмалин, я вижу аметист, я вижу танзанит. Сапфир, убейте меня, не вижу. Золото розовое. Цена этого кольца $90. Размер выставлен как 58, это 18, если я не ошибаюсь. 58. Кто ты? Это даже 18,5 считается. И несмотря на то, что указано здесь 4 камня, лично я вижу 3. Я даже могу увеличить. Может быть, мы чего прозевали. Может быть, здесь что-то очень мелкое вставлено. Девчонки, если что-то увидите, телеграфируйте видео. Я в последнее время, честно говоря, со зрением не очень дружу. Не вижу я, хоть ты убей. Если кто-то видит, сообщите. Так, $90. Ну, хотя бы 3 камня точно здесь есть. $125. У нас вот такой красивенький. Ух ты, это розовый кварц. Смотрите, как красиво обработан. Опять же, рутиловый кварц и кто-то еще. Да, розовый кварц, рутиловый кварц и... родолиты. Розовый. Какой заявлен размер? 56. Это, по идее, даже 17,5. Сейчас посмотрим. Даже 17,3. Черный родий. Да, он 17,3. У меня даже на 18 палец. Цена $125. И колечко довольно-таки красивое. Желтое позолота, рутил. Так, хорошенький. Так, ребята, у меня с прошлого видео вопрос, кто отложил вот этот опал, болтер опал с гранатами. Появитесь, пожалуйста, у меня просто не записалось в таблицу, чье-то колечко. За $124. Гранат такой крупный. Болт опал. Почему болт я называю? Болдер, конечно. Болдер — это глыба, это опал в камне. Болт. Болдер. Так что жду. Скажите, пожалуйста, чё? Топ. На этом пока что я, Таля. Это то, что я вам рассчитала. Там еще, конечно же, есть. Но всего хорошего понемногу. А сейчас я вам хочу в срочном порядке показать. Пришла сегодня коробка от Шаблюля. И мне нужно показать вам очень срочно два изделия. Потому что буквально завтра с утра они уже должны вылететь на почте. В конвертах уже все лежит. И вдруг приходит заказ. И девочки попросили просто срочно добавить. Поэтому я вне очереди вот показываю. Значит, кольешка, которая всем очень нравится. Она довольно не дешевая, но здесь много интересного. Так, надо ее распутать будет потом. Она очень длинная, и за счет этого она у нас вот такая. О, все, распутала. Значит, здесь, как вы видите, очень классный жемчуг вставлен. И барочный, и гладенький. Серебряные такие довольно массивные бусины на очень длинной серебряной цепочке. Все это дело. И с карабинчиком. И довольно длинная. Стоимость у нее получается, ребята, в шекелях с НДС 458. Так.
И тоже другая девочка, ей отправляется посылка, и в срочном порядке она меня попросила 199 шекелей, включая НДС. Она попросила нитку серого жемчуга 6-7 миллиметров. Жемчуг в шаблюле отличнейший. Вот так вот они сделали. Карабинчик, цепочка. 199 шекелей, включая НДС. Получается такая нитка натурального жемчуга. И девочки, кто попросил в срочном порядке, у меня цепочки за $30 с наконечником. Это для тех, у кого не пролазят в кулоны. Значит, здесь наконечник, видите, какой. Вы просто вставляете сюда и плоскогубцами как следует зажимать эту часть, и тогда уже у вас цепочка больше не вынимается. Это сделано для того, чтобы одноразово просунуть в кулоны с очень тонким ухом. Вот таких цепочки у меня две по $30. Кто из девочек просил, срочно сообщите мне, по-моему, две и заказали. Так, а теперь мы перейдем к повторяшкам, и повторяшки у нас будут марказитовые из последнего заказа. Во-первых, остался неудел вот такой вот замечательный черный перламутр, браслет за $139. Мне кажется, его проблема была, что ошиблись в размере. Он идет на 7,5 инч, то есть на меня немножко великоват, это на запястье 17-17,5. Вот он остался, так что кому нужно, $139, его артикул, вот он. Так, это раз. Два, за $123 остался невыкупленным браслет микс. 7,75 инч, большой довольно-таки размер. Значит, причина: девочка просила только передот цитрин гранат, а ей добавили еще аметист и блю топаз. То есть ей такой микс не нужен был, и она его не забрала. И я его выставляю в продажу. $123, 7,75 инч. Теннисный браслет. Здесь нет вообще перитов. Это линейка марказитовая без марказита. Вот такая вот чисто серебряная линия. И натуральные камушки. У нас здесь голубой топаз, цитрин, гранат, перидот, аметист. Вот его бирка, если кому-то нужно для заказа. Так. Далее в нашей программе остались у меня лишние серьги, потому что мы сначала заказали серьги, а потом я нашла набор и заказала девочке уже набор с кулоном. Получается, что серьги у нас были продублированы два раза, но я особо не расстроилась, потому что я лично очень люблю смоки кварц, дымчатый кварц. Мне показалось, что обязательно найдется хозяйка. $54, английский замок, 892 артикул, 9.50 грамм. Так что кому надо, девчонки, забирайте, реально очень красивая вещь. Далее осталось невыкупленным кольцо. Это наш 403 артикул, всем известный. В данном случае с изумрудом, $41. Каждый раз мы заказываем всевозможные вставки сюда уже. Миллион вариантов приходило. Вот в этот раз пришло кольцо с изумрудом. $41. И сейчас вам скажу точно. 17,5. Еще по какой-то причине кто-то заказал зайчика. Я еще так удивилась, думаю, зачем людям зайчик, хотя он очень милый. И этот человек исчез. Думаю, странно. Ну хорошо, тогда по этому поводу этого зайчика
Хочу вам показать, может быть, кто-то его опознает. Если нет, то мы его выставляем в продажу. Петелька для кулона и булавочка, как брошка. У него животик из черного агата оникса и гранат в глазке. Такой толстопопый зайчик. Он стоит $39. Вот его бирка. И не знаю, кто заказал, тоже как-то непонятно получилось. У меня не записан заказчик на этот набор, и никто и не обратился. Может, какая-то ошибка была, я не знаю. Вот я его выставляю в продажу, $64 набор, зеленый агат. Кстати, мне недавно спрашивали, осталось ли что-то с зеленым агатом. Английский замок. И, соответственно, есть такой же кулон. $64 весь сет. То есть это вообще, по-моему, очень дешево получается. Практически по цене серег у вас еще и кулон. Вот такая лапочка зеленая. Так, дальше. Что еще хочу показать сегодня? Еще кто-то из девчонок попросил отложить кольцо Ларимар голубой топаз за $43, и тоже у меня не записано, на чье это имя. Появитесь, пожалуйста. Вот он, красавец. Ларимар голубой топаз. $43. Ощущение 17,5, да даже и 18. Ну, за счет того, что у него прорезь, так что оно у нас может даже очень хорошо разогнуться, если нужно. Так, еще хочу вам показать. Это из прошлой поставки. За $51 эмаль. Вот такое чудесное, нежное изобретение века. Голубой топаз. $51. Там были, как вы помните, ну кто помнит вообще, 4 разных вида с разными вставками, разного цвета эмаль. Все выкупили. Вот только вот на это кольцо хозяйка не нашлась. Зелено-синий эмаль, цветочки с натуральными голубыми топазами внутри. Видите, 18 размер. Это 18 размер? А, даже 18,5. 18,5, $51. Девочки, еще у меня большая просьба. Кто не выкупил струны и гривны, официально вам говорю, я их выставляю в продажу, все, что осталось. Потому что девчонки просят. Короче говоря, все, кто просил отложить струну или гривну и забирает лично, либо не заплатил еще через другие возможности оплаты, срочно мне сообщите. Я буквально в следующих видео выставляю в продажу все, что осталось. Девочки, вот этот вот от армянских мастеров комплект с кораллом, кто-то из девочек спрашивал. Напомнитесь, пожалуйста, это был заказ, но кольцо маленькое. Они очень серьезно в этот раз напутали с размерами при заказе, поэтому как бы кольца многие не подошли. Это на 18-18,5. Такие вот треугольнички, так что кто хотел, я знаю, что хотели этот набор, переспрашивали у меня несколько раз. Вот, пожалуйста, появитесь. $125 вам получается, то есть где-то в районе 60 с чем-то долларов за изделие. Делить его я не хочу сразу. Нет, если кто-то поделит, если найдет сразу заказчицы на серьги и на кольцо отдельно, то, конечно, я отдам, но так, в принципе, вот только какую-то запчасть. Я бы не хотела отдавать. Хотела бы все-таки его как-то отдать вам комплектом. Вот, девчонки, такой микс сегодня получился у нас. Я пока заканчиваю. И в следующем видео посмотрим. Опять же, есть у нас много чего. Всем пока. Нет войны.